По поручению главы Славянского района Романа Синеговского для упорядочения движения транспорта в квадрате улиц Ленина, Дзержинского, Красная, Школьная, для удобства жителей и гостей города, предпринимателей, работающих на Славянском рынке, оборудована бесплатная благоустроенная управляемая парковка. Как теперь там осуществляется движение автотранспорта, узнаете из репортажа Надежды Неткачевой и Георгия Калинина. 90 парковочных мест появились по обеим сторонам улицы Дзержинского от Ленина до Красной. Еще 30 – почетной стороне, на улице Красной от Дзержинского до Школьной. Заезд на стоянку осуществляется с улицы Ленина. В районе парковки организовано одностороннее движение автотранспорта. По улице Дзержинского от Ленина до Красной и по улице Красной от Дзержинского до Школьной. Работающий персонал круглосуточно регулирует новые шлагбаумы. Два на пересечении улиц Красной и Дзержинского и один на пересечении улиц Красной и Школьной. Введенные новшества способствуют регулировке транспортных потоков и дают возможность ближе подъезжать к рынку. Стал порядок, парковые места появились бесплатные, стал хороший заезд, и предприниматели туда, видимо, заезжают уже без проблем, и у нас увеличилась покупательная способность на наших рынках. Ну, в общем, большое спасибо нашей администрации, всей команде, что такое сделали для народа. Большое спасибо. В общем, прекрасно, что у нас наконец-то подъезд к рынку произошло, вот, можно будет подъехать к рынку, не таскаться на тележках, вот, купил и тут же на машину сел и проехал, тем более бесплатные парковки. Время работы бесплатных парковочных мест очень удобно для жителей. В осенне-зимний период с 7 до 14 часов в будние дни, с 6:30 до 14 в праздничные и выходные. А в весенне-летний период работать парковки будут с 6:30 до 14 часов по будням, а с 6 до 14 в выходные и праздничные дни. Приезжая на Славянский рынок, жители и гости нашего района больше не сталкиваются с проблемой, где оставить свой автомобиль. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».